11 сентября, 8:05 утра, воскресенье. И сегодня мы едем смотреть на легенд Ютуба, на легенд летсплейщиков, на мероприятия, на котором будут проходить различные шоу, будут представлены различные компьютерные фирмы, игры и многое другое касательно игрового мира. Алло, привет! Где вы есть? От часок вы будете? О, блин! Мы приехали, но пока не можем найти, как попасть вовнутрь. Ребята с РГОК еще не приехали, они опаздывают на 30 минут. Пока ждем РГОКеров, ходим, гуляем, смотрим, так, предварительно осматриваем, что здесь предложено, что здесь показано. В принципе, здесь можно увидеть, наверное, абсолютно все, что только может быть связано с миром компьютерных игр. Здесь есть как и старый аркадный аппарат, так и последние игры, выполненные в формате виртуальной реальности. Также здесь предлагают попробовать поиграть почти во все игры. Установлена куча консолей, куча джойстиков, куча компьютеров. Просто стоишь в очередь и играешь. Очень многие игры доступны без очереди, потому что мы пришли достаточно рано. Сейчас только, ну уже 11. И народу не так уже много. Видимо, основная масса подтянется чуть позже. Очень много представителей различных фирм, которые производят очки виртуальной реальности. Отправляем Владу сейчас на VR-путешествие, на очень-очень сомнительное и подозрительное путешествие. Вот сейчас готовит для нее платформу. Влада, ну что, интересно? Ну, я вижу кактусы. Ты не видела, что здесь происходит? Я кручусь! Нет! Я головой бьюсь! Нет, я уже просто пацаны заложила. Это меня. Thank you. Так, пойду я тоже попробую. Сейчас, побери. Я сейчас головой разобьюсь. Она тоже уже разбилась. Короче, ты понимаешь, прекрасно понимаешь, что это все не настоящее, что это все компьютерная графика, но мозг не слушает здравый смысл, и просто ты чувствуешь, что ты реально на какой-то карусели не пристегнутый, что ты вот сейчас из нее вылетишь, и это дико круто. Мы сейчас находимся около стенда Manual Samuel, и они предлагают различные значки бесплатно вы можете взять, прикрепить себе на кепку. И карточки с кодами от рандомной игры в Стиме. Я взял 6 карточек, перевернул их в обратной стороной, чтобы вы могли бы увидеть 6 кодов от бесплатных 6 игр. Так что давайте, кто первый ведет, того и игра. Я
Поиграли в FIFA. Не так, чтобы сильно она отличается чем-то от 16-й, по крайней мере, за этот тайм, который я отыграл, я не почувствовал особо какого-то новшества в механике, в движении. Но заметил то, что игроки сейчас потеют, показывают тренеров, которые на бровке поля дают указания своим командам. Пачкаться игроки начали немножко по-другому. И к концу игры они уже абсолютно грязные, если они участвовали в подкатах или были сбиты другими игроками. Ну, в принципе, очень ничего. Мне понравилось. Обязательно куплю, когда выйдет. Вы все, наверное, знаете компанию Jelly Belly, которая выпускает жевательные конфеты. Здесь представлены конфеты со вкусами протухшего яйца, со вкусом блевотины. А, здесь даже есть вкус детского который решил попробовать, значит, мы спиним колесо. I wanna go for some hardcore one. Yeah? Yeah. Stinky socks! Stinky socks. Вонючие носки, which one should I take? There's a pink one. Pink one, one of the pink ones, yeah. Could be too fruity. Stinky socks. No? It's fruity? Could I have another one? Yeah. Have a yellow one. Uh-oh, yellow one. Must be a rotten egg, is it? Yeah, it could be popcorn or rotten egg. Yep. Normal one again. Really? Is it popcorn? Good. Another yellow one. I see he's just swallowing. He doesn't feel the taste. Here we go. There we go. Oh, это редкостная дичь. Первые три конфеты были абсолютно нормальные, я вообще даже не понял ничего. Я никогда не думал, что я топ-фуд попробую свой 18. О, походу тухлое яйцо было. У меня было топ-фуд, у тебя на скинке. Они дали нам опять топ-фуд, да? Да. Go. Challenge accepted. О, не говорите Виктору, и мы им дадим конфет. Как конфеты? Какой вкус конфеты у тебя? Какой у тебя вкус конфеты? У меня вкус. Возьми еще одну. Я, конечно, понял, что это. Возьми еще одну. Мы не смотрели, как он играл. Привет! Приехали. Борода и свирепый мужик. Да. Свирепый. Как называем? Скелет с ноздрями. Человек с ноздрями скелета. Да. Короче, у нас план. Нам для Аргока нужна вот такая вот эта камера. А. Виктор, пока я отвлекаю их. Вот этого чувака нужно ликвидировать. Какого? Вот этого. Ты думаешь, что в солнечных очках тебя никто не узнает? Да. Тебя узнают как минимум 25 тысяч людей. Леон. Как минимум. Это как знаешь, суперстар. Ты должен носить очки. Это просто must. А то тебя сразу распознают. Да, у меня есть для тебя другие очки, кстати. Что это такое? О. Давай. Ну, я думаю, эти придется снять. Нормально вообще, не? Не, погоди, как-то не так, надо их поправить. It's like a racing game, you know. Смотри, Виктор такой, потерявшийся вообще. Да нет, закрыли камеры. Я хотел камеру открыть, и там просто лицо сфоткать. Смотри, чувак, футболист. Виктор, take him down. Окей. Очень-очень интересно получается. Емкая работа. Смотри, вот это. Смотри, смотри, смотри. Is it the brush? Yes. I think it's up on.
Ты Сарва, ты съел педигри или что-то там ел? Догфуд, не знаю, какая-то собачья еда. Хорошо, и какие ощущения? После вкуса, себя вкусно, а потом после вкуса такое не очень приятно. Ты чувствуешь, что у тебя уже растет хвост, и что ты хочешь лизать себя там, где не надо? Нет такого ощущения? Да нет, вроде все нормально. Ты главное, когда ночью будешь спать, проверь, не лежишь ли ты калачиком около входной двери на коврике. И не буду делать так. Виктор нашел себе подружку. А я уже заворачиваю. Смотри. Ребята, у меня такой... Он реально купил себе. Да, что ты думаешь? Все, моя новая женщина. Это же... Черт побери, черт побери! Вообще, что происходит, а? Не, вырос. Это же Dragon Ball Z! Паш, Dragon Ball Z играет. Я взял против такого большого дилды, потом маленького мальчика. Вот мы пытаемся что-то сделать, хотя я не уверен, что у меня что-то получится. Это какое твое впечатление о... о этом мероприятии? А, очень положительное, но оно, в принципе, для детей создано. Есть пару хороших мест, а так все остальное Майнкрафт и куча школьников. То есть, может, вечером будет поинтереснее, но пока как-то среди еще. Я вижу, смотри, школьники. Ну, этот не школьник, он уже смотри. Такой взрослый совсем. Вот ну, да. No, чтобы поиграть в Rocket League, нужно отстоять вот такую очередь. А там внутри Rocket League, да? Да, да. Вода аж кипит там. А ты играешь в игру, сука, валится. Да. Может, нет, может, как так, Шмар? Да смотри, как дорого. Где дорого? Кошмар. Что дорого? Это как моя зарплата. Недельная зарплата, нормальная цена. Сделаю. В час. Виктор, почему у тебя такие дурацкие очки? А, я их подобрал, вот теперь ношу. На меня сейчас смотрят, думают, что я крутой ютубер, кстати. Сейчас несколько людей такие. Да, я может, что-то плохо. Can you land it on that box? Sorry? Can you land it on that box? Yeah. You're really good. Nice one. Yeah, well done. Cheers. Amazing, actually. It's not that loud. I like it. Okay, well, thanks, Joe. Thank you very much, Steve. Thanks for picking the wings. So right now, like we're going to move into your official adjudication, your official show. So I select that, connect with it, it's pairing. So close on my apps. Go back into the app, go into flight, and you're now seeing yourself. So if I select the camera, it splits the view, pop it in here, and then if you give that a try. В принципе, интересно, но как-то нету драйва, да, правильно подмечено. Нету драйва, нету такой движухи. Как бы сейчас мы немножко посмотрели на сцену, и было видно, что да, шоу, да, ведущий, здорово. Но в принципе, как бы выглядит это очень-очень тухленько, я бы сказала. И как бы хотелось бы больше эмоций, может быть, больше какого-то движения, действительно, драйва нет, движения нет. По большому счету это выглядит так. Это здоровенный холл, который разделен на маленькие сектора, где любая компания может представлять свой продукт. По большому счету мы пришли на как будто хай-тек выставку. В стороне есть большая сцена, куда выходят какие-то известные блогеры, ютуберы. Не, ну их знают, я знаю. Я некоторых знаю, у них очень много подписчиков, у них колоссальные просмотры. То есть они что-то значат в сети YouTube. Пока они нас не впечатлили. Но как-то пока да, пока пресно.